мама встает. А я видео снимаю. Он просто вам так не делает. Ты перевернул. Это самый страшный аттракцион в мире. Батуты, пошлите на батуты, все решено. Я не хочу туда. Я тогда там буду закрывать глаза, если я туда пойду. Ого, и машина вверх ногами. Здесь же вход. Давай сюда зайдем сначала. Пошли сюда. Давай наверх. А ты так страшно. А, ты боишься, поэтому не хочешь. Какой-то наклоненный. Вам не кажется, в какую-то сторону? Ну да. Но это специально можно. Смотри, вон вверх ногами. Вот обувь лежит, видишь? Батарея. Слушайте, батарея как у нас. Кресло. Диван. Только она с колесиками, она без колесиков. Куртка кожаная. Кресло качалка, он вверх белого кота ложился. Смысл? А, господи, я реально падаю, как будто. Почему такое ощущение, как будто... Может, это обман какой-то? Понимаете, вот смотрите, нет. Знаете что? Вот я сама по себе туда наклоняюсь. Что, туда будем уже? Тоже. А в туалет, в ванну? В ванну болтом можно, где машина? Нет! Да не пошли, не бойся. Нет! Лучше я в ванну посмотрю. А все вместе туалет? Надо идти. Заходи. Заходи, не бойся. Смотрите. Сейчас под унитазом не стоять. Это кто-то смыл. А можно его смыть? Стиральная машинка, господи, как же это все предел. Имбезит. Живая кабина. А можно это все потрогать? Еще потрогать. Потрогать. Оно реально. Только чтобы не отвалилось. Я поняла. Туда крем идет. Знаете что, а тут вот это вот приклеено. Вот на корабле тонущем, блин. Я туда теперь наклоняюсь. Может, от нашего веса?
Он наклоняется. Ух ты, кровать. Пошли на машину посмотри. Вот камин, и лампочки горят, дрова там. Пошли, Саша. Я отсюда. Смотри, пылесос, где он, розетки. Пошли машину посмотри, как нога. Нет, вот лампа. Чего? Подвеска. Подвеска отсутствует, а машина как бы... Не страшно. Я все время... Я туда же... Не ходи без нас. Я в сторону наклоняюсь. Если я тут зайду и туда полечу, то я не знаю. Дай я тебя посмотрю на машину. Давай, заходи сюда. Тут можно под ней ходить. А если она... Нет, она прикреплена. Мам, так ты до конца-то пройди, а? Наклон. Вот, заходи сюда, не бойся, мы же здесь. Да нет, ну ладно, меня куда-то в ту сторону несет. Ну это наклон такой. Она на таких петлях, на огромных, пришита. А тут посмотри, что в салоне. Нет! Все, спускаемся вот тут. Да. Это было так сложно. Держи, Соню. Пошли, давай. Осторожно, не споткнись, пожалуйста. Вот картинка размытая. Размещение реальности. Надо в стерео очках смотреть. В стерео очках? Точно. Реальность. Уйдите, меня туда будет нести. Страшно. Пошли еще полазим. Нет, не страшно. Ванну я уже видела, я все видела. Я когда тебя меня куда-то туда несет. Да? Ты все какой-то сломал. Пошлите, спускаемся, на первый этаж пойдем. Пошли. Все, выходим в реальный мир. Наконец. Ну, осторожно туда на борт. А ты боишься, что просто не прозрачно? Да. Проходите уже, дай пойдем. Давай, не боись. Че так нервничаешь? Хорошо, хорошо. Покорение прошло прекрасно. Отметка. Отметка 4,5 метра была преодолена. Для вас. Этот дом перевернутый, первый этаж. А, точно. Давай. А что он на первом? Поднимайся. Боже мой, ты еще на подъем что-то тоже. Тоже же. У тебя этот выхлоп работает, нет? Вот, детская комната. Вау, посмотри. Детская комната. Или это коридор? Смотрите, это мама комната. Что-то он наклонен. Точно, это комната на боку. Тут изменение сознания произошло. Почему? Потому что стулья должны быть наверху как бы, а тут наоборот, внизу. Это кухня, что ли? Да, что? Ну-ка, давай встань туда. Нет! Соня, давай вставай сюда, а я сяду на стул. Да чего нельзя садиться, ну, ты же сломаешь. Да нет! Батя, нельзя! Да пойдет, давай. Да не бойся. Нет! Я ухожу отсюда, все, ну его нахуй, меня еще и куда-то надо несет. Все, вот я стою здесь, как будто я стою, а ты встань туда. А, вот так. Папа стоит. И Соня, что? Соня как будто бы стоит на стене. Мне страшно. Мне вот так всю бросить. Картину заснимите. Понимаете? Мне очень страшно, потому что меня куда-то туда, то ли туда уносит. Да. Мне как-то тут страшно. Зачем ты убил стену? Как так можно? Сфоткай нас. Ну я же видео снимаю. А-а-а. Потом сфоткаемся. Ноутбук, я смотрю, пытался кто-то оторвать. Все-таки кто-то клюнул на эту ложку. Где? А вот. Ноутбук же это. Ну, это древний, его уже не жалко. В смысле?
Вау, смотрите, над нашей мощной машиной. Если это все свалится на нас, то я не знаю, что с нами будет. Я тоже не знаю. Надо поймать машиночку. Смотрите, Спидерман. Спидерман. Какой еще Спайдерман, какой еще Тидерман. Спидерман. Еще и с этим самым, с другом своим. Понесло. Что, все видео выключать? Вот детская. Вот ты, давай я тебя сфоткаю с Соней. Там кухня как.